W57 может ли псевдонаука объединить физическую, химическую и биологическую науку будущего? W58 может ли каждый в мире ощущать мысли друг друга о мозге с помощью устройств в будущем? W59 могут ли протон, нейтрон и электрон когда-либо стать одним или их должно быть три? W60 может ли природа удивить нас своими эмоциями, как погода, заставляющая людей сотрудничать в будущем? W61 может ли любовь к себе заставить всех нас ненавидеть друг друга в будущем? W62 можно ли создать культуру из лет во времени или людей вовремя в будущем? W63 могут ли деревья двигаться и останавливаться, если у них нет корней и в будущем они будут стоять на машинах? W64 можем ли мы упростить любовь и ненависть до машин? W65 могут ли все истории иметь какое-то общее значение, кроме их игры? W66 может ли Вселенная мыслить в будущем одновременно и позитивно, и негативно? W67 можно ли без эмоций разделять ценности среди других людей? W68 можем ли мы прекратить движение назад и вперед во времени, изменив циклы солнечных систем с помощью машин будущего? W69 могут ли глаза слева и справа видеть друг друга без зеркала? W70 можно ли манипулировать генами, чтобы в будущем сделать идеальных существ? W71 может ли интернет решить все мировые проблемы в будущем с помощью идеальной хореографии действий лидера или отдельного человека в срок? W72 могут ли наши мысли о предмете множиться среди людей, которые имеют такие же или разные мысли, узнав его значение? W73 можно ли объединить все языки в один, чтобы на машинах он звучал как единица, ноль или пиксели? W74 можем ли мы научить наших с трудом заработанных временем ценности инопланетян или роботов в будущем? W75 могут ли внутренние и внешние мира быть одинаковыми или разными для разных времен? W76 возможен ли интеллект без информации? W77 может ли сон одного вида быть увиденным другим видом? W78 могут ли утро и ночь быть просто иллюзией сознания и времени? W79 можно ли в будущем нарисовать одну единственную истину, как сотню картин на одну и ту же тему? W80 ничто не может иметь значения для этого существования, кроме наших значений, которые мы вкладываем в предметы, передаваемые из поколения в поколение во времени. W81 может ли чувство незнания стать счастьем для роботов в будущем? W82 может ли память иметь собственную идентичность? Тогда данные на картах памяти – это то, что для вида из будущего. W83 можно ли в будущем транспортировать фрукты и овощи без консервантов с помощью роботов?
W84. Могут ли люди и роботы стать гибридными существами в будущем?